легендарном фильме «Девчата» герой Николая Рыбникова без ума влюбился в Тосю и забыл всю свою гордость. А в жизни, наоборот, актер смотрел на Надежду Румянцеву свысока и считал ее выскочкой. Рыбников еще до личного знакомства не взлюбил Румянцеву, потому что хотел, чтобы в этом фильме снималась его жена Алла Ларионова. Он очень любил Аллу. Он такой семейный мужик был. И он везде хотел, чтобы снималась бы Алла. И он в штыки, конечно, как мне Надя рассказывала, встретил. И правда, сложно представить красавицу Аллу Ларионову в роли маленькой забавной Тоси. По этим причинам на съемки Рыбников приехал в самом паршивом настроении. Он небрежно относился к своей роли, так, не очень серьезно. А когда первые пробы пошли, он увидел, что Надя выходит на первый план, а он на втором плане, он еще больше обозлился. Но Румянцева спокойно относилась к придиркам в свой адрес.